Жители Минусинского района держат в страхе стаи опасных голодных волков. Дикие животные стали нападать на домашний скот. На днях там из загона выбежали телята. Хозяева предположили, что животных могло что-то напугать, раз они порвали изгородь из проводов и разбежались. Позже часть телят нашли в целости, а останки некоторых со следами зубов хищников обнаружили в лесу. Охотники говорят, что из окрестностей исчезла косуля. Одна из причин – животное чувствует опасность и мигрирует в другие территории. 20 ноября изменится конечная остановка 52-го маршрута. Теперь автобусы будут забирать пассажиров с остановки «Озеро Парк» на улице Калинина. Здесь уже сделали остановочный карман, поставили знак и установили павильон. Новая остановка находится в 100 метрах от прежнего конечного пункта. Сделать это пришлось из-за того, что нынешняя остановка находится в небезопасном месте, которое часто запарковано автомобилями, пояснили в департаменте транспорта. В ближайшее время в Красноярск из Санкт-Петербурга приедут еще 6 современных трамваев «Львенок». Каждый вмещает до 150 человек. Машины оборудованы тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, а также валидеры на поручнях для безналичной оплаты проезда. Напомню, в начале ноября в Красноярск доставили первую партию современных трамваев – 4 машины. Сейчас их будущим водителям необходимо пройти обучение и сдать экзамен. Ориентировочно первые «Львята» начнут работать на маршрутах в декабре. Всего до конца года в Красноярск поступят 25 новых трамваев. Каждый из них стоит около 50 миллионов рублей. В эту субботу в Красноярске откроют первые горнолыжные трассы. Пока это получится сделать только там, где работают пушки с искусственным снегом. Старт основного сезона запланирован на середину декабря. Тогда в городе установятся подходящие температуры и выпадет достаточно настоящего снега.